Вот посмотрим, как готовят том-ям на начальном этапе. Макашница, которая находится на улице. Кому-то что-то понравится, кому-то что-то не понравится, но сможете сделать выбор для себя. Основа просто вода, а потом все добавляют свои ингредиенты, притом не из пакета, а все отдельно. Грибы, насколько я предполагаю, да, совершенно верно. Теперь зажгли огонь. Дорога. Ездят машины, мопеды, ходят люди. И макашница. Вот там ям макашница стоит 70 бат. Сифуд. Сифуд. Марчики. Это соус острый. No, no spice. Okay. Thank you. Вот он дает цвет красного. Вот такой вот. Помидорки. Сахар, тоже какая-то специя, что такое, не знаю, не скажу. Каким-то соусом залили все это. Вот такой вот соус. Теперь другой соус. Третий соус. И все это вкупе дает вкус. Сейчас еще что-то какой-то из соусов добавит.
зелень какая-то. Они в какой-то момент добавят вот из той банки кокосового молока. Нож, топорик на все случаи. Чеснок. И никто его не крошит, его сейчас почистят и топориком разобьют. Добавили кокосового молока маленько, добавили зелень, а туда теперь будут заливать. А, она не заливает, она выкладывает немножко креветки. А, брали две порции, поэтому сейчас немножко переложат. Либо в пакетик запаковала и все, порция готова. Ну, сейчас вторую порцию также она разместит в пакетике, и мы уже с пакетиками уйдем. А так легко и просто готовится том-ям, когда умеешь его готовить. А когда не умеешь, кажется, что это все долго и тяжело. Две порции там яма готова. Стоимость я вам показал. 70 бат. Кто что понял, могут сами приготовить. На этом все. Всего вам доброго.